Какие прекрасные округлились почки на моем абрикосике. Какие ярко-красные. Цветочные почки. Это абрикос лиль. Такой сорт. И цвести будет розовыми цветами. Какой красивый. На макушке много-много цветочков. А это черешневые цветочные почки. Такие крупные. Вот они какие красивые. А вот это у меня будет цвести войлочная вишня. Такие длинненькие бордовые почки, это как раз цветочные. Какая красивая. Совершенно крошечная колоновидная яблонька тоже покрылась цветочными почками в этом году. Она называется президент. Вот моя слива. Будет цвести. Другая черешня. Москворецкая. До этого я показывала черешню Ревна. Еще абрикосик покажу. Такой, мне кажется, симпатичный. Это такое мимолетное время, когда почечки сейчас все быстро распустятся. Мы забудем, как они выглядели. А вот это алыча. У нее цветочные почки идут прямо по стволу. Такие маленькие, хорошие. Главное, самые маленькие цветочки и самые крупные плоды. Намного крупнее, чем обычная слива. Это у меня алыча кубанская комета. Какая хорошая. И вот тоже на алыче почечки цветочные прямо по стволам. Вот они. А вдоль всего ствола будут висеть плоды. Вот как она интересно приспособилась. Это у меня алыча злата скифов. А вот цветочные почки на японской айве. А вот уже начали распускаться потихонечку цветочки на жимолости. Жимолость называется Марена. Так, тут у меня еще была жимолость. Вот еще почечки. А это у меня называется жимолость Герда. Так, еще одна. У меня тут такой садик из кустиков ягодных. Ленинградский великан жимолость называется. И вот появились цветочные почки на молоденьких грушках. Вот еще немножко, и они распустятся. Эта груша у меня называется чижовская, самая ранняя сладкая. Ну и напоследок немножко пиончиков, немножко мускари. Чуть-чуть примулы, парочку нарциссиков, и вот такой красивый день сегодня.